Новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев принял победителей и призеров чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой, вручив им благодарственные письма и почетные грамоты. Динара Абдирова с подробностями. 4 золотые и 1 серебряная медаль. С мирового первенства в Ташкенте наши боксеры вернулись чемпионами. Тех, кто сумел подняться на высшую ступень пьедестала, пригласили в Ақорду. На встречу с президентом они пришли в своей парадной форме. Бокстан әлем чемпиондары Оралбай Нұрбек Рахатұлы. Касым-Жомарт Токаев вручил чемпионам, а также серебряному призеру почетные грамоты и благодарственные письма. Президент признается, что смотрел с интересом финальные бои, как и вся страна. Кстати, глава государства одним из первых поздравил наших спортсменов с яркой победой. По его мнению, они показали бокс высшего уровня, проявив волю к победе и подлинный патриотизм. Вы завоевали 4 золотые и 1 серебряную медаль на мировом первенстве. Это замечательное достижение. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем болельщикам, чьи голоса были слышны на трибунах в Ташкенте. Такая искренняя поддержка, несомненно, придала нашим спортсменам особую силу. Поздравил президент и тех, кто был по другую сторону ринга. Представители Казахстанской федерации бокса и тренеры поблагодарили Токаева за поддержку спорта в стране. И в знак благодарности подарили главе государства боксерские перчатки с автографами спортсменов. Бокс саласында. Государство и Казахстанская федерация спорта создали все условия для развития отечественного бокса. Впереди большие старты, азиатские игры и Олимпиада. Мы с особой надеждой хотим пообещать, что наши спортсмены будут тщательно готовиться к этим соревнованиям и постараются оправдать доверие страны, народа и болельщиков. Новый подъем в развитии отечественного спорта. Так президент описал череду побед казахстанцев. Глава государства подчеркнул, что в стране уделяется особое внимание развитию разных его видов, создаются все необходимые условия. Шахматшы Бибисара Асалбаева. Шахматистка Бибисара Асалбаева стала чемпионкой мира по блицу. Теннисистка Елена Рыбакина несколько раз подряд достигла высот на самых престижных мировых турнирах. Наши борцы, в том числе и наши девушки, завоевали 7 золотых медалей на чемпионате Азии. Нургиса Адлетулы стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике. Несомненно, прошлое воскресенье стал триумфальным для боксеров Казахстана. За океаном Жанибек Алимханулы с честью защитил свой титул. Касым-Жомарт Токаев пожелал казахстанским боксерам успехов. Президент выразил уверенность в том, что они достойно защитят честь страны на следующих стартах. Динара Абдирова при поддержке телерадиокомплекса президента, Хабар 24. Контракты на 100 миллионов долларов заключили бизнесмены Казахстана и Китая. 11 документов были подписаны в Сиане, провинции Шаньси. Мероприятие проводится накануне государственного визита Касым-Жомарта Токаева в КНР, где он примет участие в саммите Китая и Центральная Азия. Будагөз Сыргабаева знает подробности. По этой железной дороге зерно, мука и масло из Казахстана доставляются напрямую к китайскому производителю. Компания начала инвестировать в нашу страну в 2015 году. Мы инвестировали в Казахстан в общей сложности 46 миллионов долларов. В Казахстане мы построили самый крупный завод по отжиму пищевых масел на 300 тысяч тонн. Казахстанская продукция славится своей безопасностью и экологичностью. Мы поставляем сюда масло-жировую продукцию, зерно и муку. Вся продукция пользуется популярностью среди простых жителей Китая благодаря своим прекрасным вкусовым и питательным качествам. Компания всегда активно участвует в двусторонних мероприятиях. Вот и сегодня она была в числе 800 представителей китайского бизнеса, посетивших торгово-экономическую миссию Казахстана. Ее организовало Министерство торговли и интеграции совместно с Центром развития торговой политики и Генеральным консульством РК в Сиане. У министерства сформировано 20 различных инструментов поддержки экспорта. И вот эта торгово-экономическая миссия – это один из инструментов. Помимо этого мы проводим выставку казахстанских и китайских товаров, где бизнесмены могут найти себе партнеров,
провести B2B встречи, попробовать качественный казахстанский продукт и сразу же там подписать дополнительные контракты на экспорт. С казахстанской стороны участие в миссии приняли порядка 40 компаний. Бизнесмены двух стран подписали 11 контрактов на общую сумму около 100 миллионов долларов. Все они направлены на экспорт казахстанской готовой сельхозпродукции в Поднебесную. Довольно оживленно было и на сессии B2B. После 3 лет дистанционного общения возобновляются старые контакты и заводятся новые. Сегодня со мной приехали 8 автозаводов, которые хотят увеличить экспорт растительных масел и высокобелкового корма, как шотчимых. Причем по высокобелковому корму 18-19 мая должны подписать протокол. И в течение месяца, может быть, 2 месяцев мы уже начнем экспортировать в Китайскую Народную Республику данный продукт. Китайский рынок, он огромен. Они большие объемы импортируют растительных масел, более 11 миллионов тонн в год. Для нас это будет хороший стимул, чтобы расширять нашу отрасль дальше. Мы приехали в Сиань. Во-первых, чтобы открыть платформу сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. Во-вторых, на торгово-экономической миссии сегодня мы подписали 2 контракта с производителями натуральных соков без каких-либо добавок и макаронных изделий. Мы будем продвигать эту продукцию на китайском рынке. Казахстанские компании готовы предложить китайскому потребителю порядка 135 позиций промышленных и сельхозтоваров на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Об этом в своей приветственной речи на открытии миссии отметил вице-министр Кайрат Турибаев. В прошлом году казахстанский экспорт в КНР вырос на треть и превысил 13 миллиардов долларов. Помимо этого, при Генеральном консульстве Казахстана в Сиане на днях откроется постоянно действующая выставка казахстанских продуктов питания. Это делается для того, чтобы в любое время потенциальные импортеры могли увидеть товар воочию и заключить контракт напрямую с производителем. Такая экспозиция запускается в пилотном режиме и, возможно, превратится в новый инструмент привлечения иностранного бизнеса. Батагоз Сыргабаева, Хабар 24 из Китая. Представители МИД Германии озвучили свою готовность оказать содействие в помощи по подготовке кадров по узким специальностям. В частности, речь идет о работниках для будущего предприятия по производству зеленого водорода. Эти и другие вопросы сотрудничества между двумя странами обсудили участники 37-го заседания Берлинского евразийского клуба. Ануар Абдрахманов расскажет. Развитие человеческого капитала и высшего образования в числе приоритетных целей нашей страны. И здесь, безусловно, без европейского опыта не обойтись. Об этом сегодня говорили на заседании Берлинского евразийского клуба. Как отмечает Министерство иностранных дел, дополнительным импульсом для выхода казахстанской науки на новый уровень может стать взаимодействие с немецкими партнерами. Отмечается очень высокая динамика и позитивность наших отношений в политическом плане. И сейчас Казахстан ожидает с ответным государственным визитом федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В ходе этого визита мы рассчитываем, что не только будет придан импульс там, политическому, экономическому сотрудничеству, будут подписаны, конечно же, экономические контракты и так далее, но состоится также открытие института инжиниринга, открываемого консорциумом немецких вузов на базе Каспийского университета в Актау имени Есенова. И я думаю, что этот шаг будет являться еще одним очень важным дополнением к очень динамичному развитию нашего сотрудничества в образовательной сфере. Свои двери уголок немецкой инженерной мысли для казахстанцев откроет уже в сентябре. За 5 лет институт планирует обучить порядка 1000 студентов. Выбор представителей немецкой науки в пользу Актау вполне объясним. Именно на берегу Каспия к 2030 году немецко-шведский концерн планирует построить один из крупнейших в мире заводов по производству зеленого водорода. А подготовкой кадров узкой специализации для будущего предприятия пунктуальные немцы намерены заранее. По нашим предварительным расчетам, нам понадобится около 1800 постоянных сотрудников на эксплуатацию нашего завода. Соответственно, данный факультет будет готовить кадры инженеров для нашего проекта заранее. И эта поэтапность подготовки кадров, она также соприкасается с нашим графиком реализации проекта. Это интересный и важный проект с точки зрения научного сотрудничества между Казахстаном и Германией. Он важен для будущего наших стран. Речь идет о зеленом водороде и зеленой энергетике. Это еще один пример того, где сотрудничество Казахстана и Германии имеет большой потенциал.
В Министерстве науки и высшего образования уверяют, аналогичные учебные заведения откроют и в других регионах Казахстана. Рассматривается также вопрос строительства. Представитель Казахстанско-немецкого института в Кунаеве. Город в будущем претендует на то, чтобы стать местом притяжения для студентов со всей страны. Согласно поручению главы государства, в городе Кунаево планируется открыть академгородка. На базе академгородка будет предоставлен ряд таможенных, налоговых и инвестиционных преференций для тех университетов, которые будут открывать свои кампусы. И в этой связи сегодня вот на совещании я пригласил немецкие университеты принять участие в данном проекте, открывать свои филиалы, строить университеты в городе Кунаево. И в частности, также речь идет о Казахстанско-немецком университете, который находится в городе Алматы, который также я пригласил построить корпуса в городе Кунаеве. Отметим, за годы независимости только по программе «Болашак» больше 400 казахстанских студентов получили образование в вузах Германии. Половина из них обучалась техническим специальностям. Ануар Абдрахманов, Хабар 24. К другим темам. Выставить дополнительные посты и оснастить нацпарки смарт-системами по раннему обнаружению пожара, поручил премьер, раскритиковав уровень подготовки служб реагирования к опасному сезону. Только за последнее время произошло 120 крупных возгораний. К сожалению, есть потери среди спасателей. Подробнее расскажет Аннель Едельказа. Свыше 120 крупных лесных пожаров произошло в стране только с начала сезона. Большинство возникло по вине людей. Общая площадь возгораний составила почти 20 тысяч гектаров. Последний инцидент произошел буквально на прошлой неделе. В Илиалатауском нацпарке Алматы загорелась сухая трава. Огонь тушили несколько дней. Есть пострадавший и погибший сержант Арслан Курманбеков. Премьер-министр Алихан Смаилов выразил соболезнования его семье. Он подчеркнул, работу по профилактике пожаров нужно усилить. В этом году, по прогнозам Газгидромета, ожидается жаркое и засушливое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Необходимо продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Выставить дополнительные посты наблюдения в местах с наибольшим риском возникновения пожаров. Активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. А пока готовность региональных подразделений МЧС оценили в 70%. Не везде еще произвели распашку защитных полос и очистили прилегающие участки от сухостоя. Сейчас спасатели инспектируют национальные парки и заповедники, выезжают в крестьянские хозяйства, пытаются предотвратить пожары там, где больше всего рисков. Несмотря на принимаемые меры, говорить сейчас о полной готовности лесохозяйственных учреждений регионов не приходится. В целом уровень их оснащенности автоцистернами, пожарными станциями, вышками, насосами недостаточен. Более того, из-за эксплуатационного износа 52% имеющейся у них техники не готова к ликвидации природных пожаров. В некоторых регионах оснащенность природоохранных и лесных учреждений не превышает 50%. Нужна новая техника, вертолеты для тушения пожаров и смарт-системы для раннего обнаружения их очагов. Подобные уже внедрили в нацпарке Бурабай. С помощью видеокамер, установленных на вышках, его сотрудники контролируют практически все уголки леса. Цифровая система фиксирует опасные места красным контуром и посылает сигнал на пульт центра оперативного управления. Все происходит в режиме нон-стоп. Благодаря внедренной на территории Национального природного парка Бурабай смарт-системе, в прошлом году значительно сократились площади пожаров, снизился ущерб от них и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт нужно использовать в других природных парках и заповедниках. К 2027 году системами раннего обнаружения пожаров планируют охватить 15% особо охраняемых природных территорий. На это из бюджета выделили свыше 4 миллиардов тенге. Спасатели же продолжают готовиться к жаркой паре. Впереди совместное учение с коллегами из соседних республик. Анель Едельказа, Жандос Битабаров, Хабар 24. Старший пожарный спасатель из Алматы, сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков, указом главы государства награжден посмертно орденом Айбен 3-й степени за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Арслан погиб при тушении пожара, случившегося 8 мая в урочище Медео или Алатауского национального парка. Ему было всего 28 лет. Карлыгаш Минаякова продолжит.
Аслан Курманбеков родился в обычной семье в городе Талгар в 1994 году. С детства мечтал надеть военную форму. Боевое стремление стать настоящим спасателем всегда поддерживала мама. Окончив успешно среднюю школу, Аслан отправился служить в ряды вооруженных сил. Из армии он вернулся с твердым решением пойти в службу гражданской защиты. Ему форма военная нравилась. Он всегда говорил, я военным буду. Или, он говорит, или пожарным будет. И вот прям мечтает, что ли, у него было. Он всегда вот мечтала, да, что у меня два сына, вот старшему все время, или старший пусть военным будет, младший пусть лет медиком будет. И у меня вот действительно мечта была, второй у меня медик. Свой трудовой путь Аслан Курманбеков начал со стажера в пожарной части номер 9 города Алматы. Дослужился до старшего пожарного, стал сержантом гражданской защиты. В тот день, 8 мая, горел лес на склоне горы в Илья-Алатауском природном парке. Аслан оказался в составе оперативной группы по тушению пожара. С огнем боролся, не жалея себя. На него упал горящий ствол дерева. Аслан погиб. Героически. Я с Арсланом работал всего 7 лет. Он был физически вынослив и занимался спортом. Был смелым. Сегодня уже вторая смена проходит без него. Тяжело воспринимать, что он уже не выйдет на работу, и мы больше не услышим его добрые советы и смех. У Арслана были большие планы на будущее. Построить большой дом маме, жениться. В тот день он был очень веселым. Да. Настроение было у него особо хорошее. Он делился с новостями, которыми никогда не рассказывал нам. Поделился новостью тем, что он собирается жениться. Мы, соответственно, все были очень рады этому новостью. Свадьбу Арслан планировал провести этим летом. Не получилось. Ему было всего 28 лет. Кырлыгаш, Минаякова, Султан Бисекенов, Хабар 24, Алматы. Урочище Турыш в Мангыстауской области могут взять под охрану государства. В ближайшее время вопрос вынесут на рассмотрение Министерства экологии и природных ресурсов. Специалисты создадут специальный план, в рамках которого разработают технико-экономическое обоснование. Напомню, на днях в регионе пытались вывести уникальные круглые камни из урочища. Так называемая долина шаров пользуется большой популярностью у туристов. Там в хаотичном порядке лежат многотонные круглые камни. Ученые уже больше 250 лет спорят о том, как они сформировались, и выдвигают различные версии. По одной из них каменные сферы образовались в период мезозоя. Урочище Тарыш не входит в состав особо охраняемой природной территории. Поэтому мы сейчас будем заниматься инвентаризацией и исследованием природных памятников. Не только этого места, но и других. После сбора необходимых документов эти места будут внесены в список государственных природных памятников. Жители Шордары получат доступ к питьевой воде из подземного источника Тамат-Стамбек. В последние годы объем воды в Шордаре резко упал, и в летнее время шордаринское водохранилище заметно мельчает. Два года назад ее уровень и вовсе опустился ниже насосных установок, и из-за этого они остановились. В течение месяца население обеспечивали привозной водой. Было принято решение использовать в качестве альтернативного источника воды подземный ресурс, расположенный в 30 километрах от города. Специалисты уже взяли пробы на качество и утверждают, что воды в источнике достаточно. Уже подготовлена проектно-сметная документация, подана заявка на выделение средств из республиканского бюджета. Делаем все, чтобы строительные работы начались в этом году. Стоимость проекта оценивается в 16 миллиардов тенге. За один год освоить весь объем средств невозможно. Поэтому планируем реализовать проект в течение 2 лет. Если на этот сезон получим результаты госэкспертизы, то к работе приступим сразу. На ТЭЦ в городе Аркалыке в Костанайской области до сих пор выявляют дефекты, хотя объект построен был еще 2 года назад. К примеру, этой зимой там засорялся паропровод, из-за чего коммунальщики вынуждены были ограничивать подачу тепла. К слову, подрядчики все устранили, но агрегат так и не прошел испытания. В городе также планируют обновить изношенные сети теплоснабжения. Реализация масштабного проекта начнется буквально на днях. Подробности у Артема Грапова. Минувший отопительный сезон жители Аркалыка провели спокойно, хотя опасения были, ведь все городские теплосети изношены на 90%. Некоторые участки были уложены полвека назад, а вот ТЭЦ здесь новая, но в процессе ее эксплуатации возникали дефекты. Из-за неработающего одного котла не могли запустить турбогенератор. Были и другие проблемы. Было
Из-за того, что засорялись паропроводы, за сутки было сразу несколько порывов. На данный момент все на 100% заменено. Уровень сепарации был низкий, так когда происходит очистка воды от химикатов. Из-за их воздействия образовалась соль. Она и засоряла трубы. Все выявляемые дефекты подрядная компания должна устранить до октября. Параллельно этим летом в Аркалыке начнутся другие работы. Здесь планируют за 3 года полностью обновить тепловые сети. В этом году планируют заменить почти 4 километра трубы. Для этого из бюджета потребуется чуть больше 7 миллиардов тенге. Большинство сетей в городе расположены над поверхностью земли. 20% труб находится под землей. Для коммунальщиков это дополнительная нагрузка. По состоянию, конечно, земля у нас она больше служит, и эксплуатации легче подлежат. Например, будет там небольшая авария над землей, там быстро устранима. Если подземные, если в лотках, это надо специальные приборы, место, чтобы точно определить. Это занимает много времени. Поэтому, как эксплуатация, мы как-то больше склоняемся к надземному исполнению. Завершить все запланированные на этот год работы аркалыкские коммунальщики планируют к 1 сентября. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар 24. На военном полигоне Илийский в Алматинской области проходят учебно-методические сборы с руководящим составом вооруженных сил нашей страны. В тренировках принимают участие командиры воинских частей. Занятия с высшим офицерским составом проводятся с акцентом на опыт современных вооруженных конфликтов. О том, что именно изучают, расскажет Григорий Беденко. Полигон Илийский, где проходят подготовку казахстанские десантники, расположен в 30 километрах от Алматы. Несколько дней назад здесь появился необычный объект. Это военный городок, который полностью находится под землей. Штабы, подразделения связи, полевой госпиталь, пищеблок и зоны ремонта военной техники скрыты серьезной маскировкой. Сверху практически ничего невозможно различить. Причем некоторые критически важные элементы защищены от беспилотных аппаратов, которые имеют в составе своего оборудования инфракрасные датчики. Командование не скрывает, что методики обучения офицеров в этом году скорректированы с учетом локальных вооруженных конфликтов, которые происходили ранее и происходят сейчас. Здесь опыт применен как Сирии, как Украины сейчас на сегодняшний момент, как Ирака. Почему? Потому что везде заглубленные командные пункты, они дают выживаемость и, соответственно, управляемость при ведении боевых действий. Для этого показано, как необходимо, чтобы командиры посмотрели на сегодня, как необходимо, и чтобы у себя дальше развивали. Особенность подобных учений в том, что они организованы исключительно для руководящего состава вооруженных сил. Это командиры воинских частей и главнокомандующие родами войск, а также командующие войсковыми соединениями в разных регионах страны. Главная задача – изучение методик ведения современных боевых действий, организация оперативной совместимости между подразделениями, связь управления в составе оперативно-тактического звена и многое другое. Кроме того, руководящие офицеры тренируются в огневой подготовке из стрелкового оружия. Были сегодня показаны работа органов управления в защищенных командных пунктах. Помимо этого, здесь дополнительно командирам воинских частей были представлены виды технических средств разведки и по борьбе с низколетающими дронами и БПЛА. Есть определенные новшества, которые именно были представлены командиром воинских частей. Военным мероприятием руководит заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-лейтенант Марат Хусаинов. По расчетам руководства Министерства обороны, эти занятия позволят командирам получить навыки организации боевой подготовки в воинских частях и соединениях, а также управления войсками в различных видах боевых действий. Григорий Беденко, Абен Эрнбаев, Алматинская область, Хабар, 24. Алматинская шахматистка Алуа Нурманова обыграла действующую чемпионку мира Цюй Вэньцюнь из Китая. Она обеспечила победу своей команде Gotham Knights. С ней выступали американец Хикару Накамура, россиянин Владимир Федосеев и Шамсидин Вахидов из Узбекистана. На прошедшей глобальной лиге ProChess 16 команд получили право поспорить за главный приз – 150 тысяч долларов США. Эксперты шахматного мира утверждают, что наша юная шахматистка уже сейчас может составить конкуренцию ведущим шахматистам мира. Добавлю, 16-летняя Алуа Нурманова является гроссмейстером, вице-чемпионом Казахстана и членом сборной страны. Сначала партии все шло, все дошло до эндшпиля, и
У меня получилось выиграть несколько пешек. А затем в трудной борьбе, в очень острой игре, мне удалось перейти в выигранное окончание, где я реализовала свой перевес. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.